Здравствуйте, товарищи! Мы с вами продолжаем проходить Atomic Heart. И, как вы помните, в прошлой серии она закончилась очень плохо. Но я смогла чуть-чуточку выпутаться. Но вот сейчас опять вляпалась, походу. Просто хотя бы нет плющей. А, нет, он все-таки ждал. Он стоял и ждал. Ну, отстань, уйди. В смысле? Так он сюда и не идет. Нам надо в другую сторону. Блин, а тут этот придурок. Придурок! Придурок, оставь меня в покое. Так, в общем, нам почему-то сказали назад идти. А вам я сейчас скажу в жопу идти. Не надо. Вам, вот вам, нам вас не надо здесь. Окей, да? Так, там еще ходят всякие. Что же мы с этим будем делать? Почему меня сначала привели туда меткой к сломанному мосту? Но, видимо, типа мы не знали, что мост сломан, а теперь мы в курсе и чешем назад позорно. Ой, угрожающие звуки! Ну, Вовочка! Пожалуйста! Зачем вот это было? А, нифига! Ой, ой, подождите, подождите, я вас всех сразу не приметила. Стойте, стойте, стойте. Тихо. Подождите, вообще я не поняла замеса. Чё это вас так много здесь? По какому праву вообще это все здесь происходит? А ты так и стоишь, ждешь меня? Не надо было стоять. Я вот что думаю по этому поводу. Почему-то мозг все равно тревожный. Это значит, надо валить отсюда, да? А, да это из-за тебя. Что началось? Да я сама в шоке, товарищ майор. Мы еще просрали этот полигон. Я не знаю, где он находится. Отстань. Вот вы хотя бы оставьте меня в покое. А я просила. По-хорошему просила. Я, короче, по полимеру пойду. А, не пойду? А чё это? Интересный какой-то полимер, который непроходимый полимер. Полимер нужен был для того, чтобы по нему ходить. Вы норм? Не надо. Не надо. Не надо. Вас сюда вообще никто не звал. До свидания. Блин, еще бесит, что из-за того, что их здесь дохренище этих пчел. Не успеваешь что-то сделать. Потому что они уже не успеваешь собрать, ну, там всякие этот лут, потому что они уже приезжают там всех восстанавливать. А я думала, это типа ему на него не повлияло никак. Ничего себе. Шлепнулось мне на голову. Ну вот, до хрена что можно собрать. До хрена. Но сейчас же прилетят еще. И скажут: здравствуйте. Вон, уже летят. Уже летят. А я не понимаю, куда мне надо идти. Как всегда, впрочем. Вообще, как будто бы вот как раз в эту сторону, где что-то валяется, вот туда мне и надо. Вот лучше бы сюда что-нибудь положили бы полезное. Не надо! Вот это была идея говно вообще, реально. Отпустите молодого человека.
А куда он ищ? Он испарился. Серый лёд. А чё этот, такая мания у нас случилась по поводу Цоя? Зато, кстати, вот мании по поводу Цоя нет у Ютуба, что интересно. Когда больно? Какой ты злой, майор! А этот Вова такой... я щеманал. Мезет не доплачивает. Так. Мне другая песня нравится у Цоя. У меня любимая это... А, блин, сейчас же летят восстанавливать. Ой, как меня это задолбало. Прям не могу. Вова, ну ты что? Ну ты смотри, сейчас хоть куда ты бежишь-то. Смотри, ты прекрати. Ты когда им начинаешь угрожать, они потом меня это... Ты прекрати это. Нельзя так себя вести, Вова. Ой, ничего себе у вас тут сборище. Вот и нет сборища. А, нет, есть еще какой-то. Некоторые. А, потому что, блин... Вот я не знаю, можно ли этот пчеловодник как-то нахрен вот изничтожить? Все эти ульи нахрен изничтожить можно, пожалуйста? Все, закрой дверь. Закрой. Закрой. А чё, вертолет это все равно слышно. Почему? Чё у нас здесь? Что ты, собака, там летаешь? Я помню, что это через двери работает. Это работало через металлические двери, а через этот вон деревянный, этот вот этот. И подавно. Ну, стрелять, конечно, так не получится. Согласна, согласна. Ну, где ты? А почему я не могу швырнуть? Ну прям бесит они меня, ну хочется мне швырнуть их. Ну все, они куда-то уже улепетали. Они потеряли ко мне интерес. Потеряем его и мы. Чё нам? Больше всех надо, что ли? О, щебетарь. Все нормально, не суетись. Сверху знают, что делают. Диман, я тут недели не проработал, а трупов на всю жизнь насмотрелся. С виду обычная поликлиника. Кто ж знал, что тут такое? А то, что это территория секретного комплекса, тебя не смутило? Зеленый ты еще в охрану идти. Хоть бы и больнички. Ты пойми, мы ж не мясники эти, ученые, чтобы людей убивать. Мы просто следим, чтобы никто от них не сбежал. Все нормально. Все логично, главное. Захаров не умер, товарищ! Захаров жив! Что? Вы кто? Вы что несете? Доцент я из АПО! Неважно! Захаров жив! Ой! А это что такое? Вот это идет какой-то отсчет красный. Что? Это всегда так было? Какой Захаров? Нет, Захаров, я знаю, кто такой. И как же это он жив? Считалось, что Захаров погиб несколько лет назад из-за инцидента, но нет. Я изучил все документы, и везде, в самых прогрессивных исследованиях, я следы его работы. Его почерк, если хотите. Я лично с ним работал, знал его манеру досконально. Едкие замечания, радикальные методы, всю его безапелляционность. Он точно жив, но остается вопрос. Если он жив и до сих пор работает, то зачем кто-то это скрывает? Конспирология и догадки. Сейчас вообще не поймешь, кто жив, а кто нет. Да вот именно, я вообще только что с трупом поговорил. Вы о чем? Так, вот это еще хочу почитать. Плановое нытье для главврача 21 мая 55 года. От кого? Старший диагнозист Домов. Кому? Главврачу Лизовой.
Не знаю, те и нарицательные, тяжело очень мне даются. Клава, солнце, я все понимаю, но с каждым днем из Павлова присылают все больше и больше заболевших. Их много, а я один. Моя команда скоморохов не считается, они никчемные врачи. Давай так, я возьму себе самые интересные случаи и будем надеяться, что остальных излечит коллектив 2.0. Хотя какая там надежда? Они же не горбатые. Каламбур. А что происходило? Оттуда работников привозили или каких-то испытуемых, заболевших? Так. Это что такое? Какой-то луч? Интересно, подождите. Ой-ё. Автолиз начинается примерно через 7-10 минут после смерти. Долидификация 3-5 минут. 5-6 часов крупное окоченение, затем... Так, тихо. Полное разложение около 5 лет. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Считаю. Надо все просчитать тщательно. Во всем нужен точный расчет. Детальные наблюдения. Залог успеха. Я ученый. Я должен каждую минуту тратить на изучение окружающей действительности. Многих вы знаете, товарищ, кто способен зафиксировать процесс разложения собственного тела. Да, дело важное. Понимаю. Дело важное. Не буду мешать. Тьфу, из-за вас я сбился. Так, заново. А главное, от твоего планирования до хрена что зависит. Если ты все вот не распланируешь, там подрядчики приехать не успеют, ничего, все будет не по графику, и все разложится не так, как надо. Там все за тебя решили, чел. Ну, так, как бы, если ты не знал. Я не понимаю, куда мне в итоге... На. Хватит, пожалуйста, пугать меня. Ага, мне вон в тот подвал. Еще щебетарь есть. Тампон. Сосредоточьтесь. Внимание на разрез. Сейчас, сейчас. Сосредоточьтесь. Блять. Зажим. Нить. Живо. Полимер снова не всосался в ткани и создал патологическую полость. Такие кисты по всему телу. Чего там, блять, хотят от людей добиться? Твари бездушные. Может быть и так. Это не ваше дело, товарищи врачи. Занимайтесь своим. Рядовой, ведите следующего. Есть, товарищ подполковник. Полимер должен быть внедрен. Если нет, спасите кого сможете. И приберите тут. То есть эти полимеры, они еще и не всем приживаются? Преданный муж Ниеловой, 10 мая 55 года, от кого старший диагнозист Домов, все той же главному врачу Лизовой или Лизовой. Заведена карта на В. Ниелова. Прогнать его не удалось, расстелили в свободную палату. Сверху пришло распоряжение пустить его... К А. Ниеловой, без химзащиты, раз он так рвется. Пару раз под конвоем провели его к жене в Павлов. Ведется наблюдение за его состоянием, оповещать службу безопасности не стали. Этот преданный муж из Павлова уже не выйдет. Это что-то типа радиации? Какой-то... Типа чего? Что вы тут вытворяли? Короче, тут лежит что-то полезное, но оно лежит, что ли, вокруг здания, не пойму. Либо за какими-то вот этими закрытыми дверями. Это мы читали, по-моему. Так, мне надо в какой-то подвал, но еще там была лестница наверх. Я хочу туда тоже наведаться. А, вот еще щебетарь есть. Господи. Так он тут еще. Может, помочь чем можно? Да ничем. Ему уже не поможешь. Сел в ее кровати, как завороженный. Так и остыл. Нам бы кто помог. Батюшки! Ну это точно. Прививки эти сраные были.
Вроде как помогать должно. А на деле человек 5 со мной с одного колхоза и загремели. Ой, Вася, что-то худо мне. Санитара зови. В боку горит. Поскорее, миленький санитара. Господи. Не чувствую. Ничего не чувствую. Видать, позвоночник до конца жизни в коляске. Нет, в шею, да. Не вижу ничего. Ну, есть одна хорошая новость. В коляске ездить не придется. Нет, надо ему рассказать. Расслабься, все. Ты уже умер, боец. Что, серьезно? Умер? Я мертв? Угу. Это даже не ты думаешь. Так, остаточное напряжение. Спасибо. Спасибо вам, гражданин. Ох, как же хорошо. Я тебе не гражданин, товарищ майор. Да ладно. Спи спокойно. Фух, как же хорошо. Это ж какая жизнь должна быть, чтоб когда тебе сказали, что ты, ну все, помер, ты такой, фух, как хорошо. Так, я опять запуталась. Ну, мне вот сюда, мимо вот этого вот щитовода, пнуть вот эту штуку. А, вот, подвал. Я слежу за вами. А, это все. Вот, внизу было все, что светилось. Оно вот тут вот внизу. Проникновение со взломом. 15 мая 55 года. Все тот же старший диагнозист Домов. Кому? Диагнозисту с маленькой бибой. Фурман. Что это такое? Я не знаю, что это такое. Может быть, это юмор, а может быть, нет, я не знаю. Фурман, у меня плохие новости. Из глубин Павлова пришло сообщение. В нем говорится, что у тебя маленький член. А еще там сообщается, что дело Ниелова В необходимо перевести в подземные лаборатории. Теперь этим страдальцам будут заниматься там. Случай важнейший и уникальный, а нам такое говорят не по зубам. Поставь пометку. Наблюдаются заторможенность в общении и легкая стадия деменции. В крови ничего не обнаружено. Пока что. Я не дам этим ублюдкам отобрать у меня пациента. Фурман, намечается проникновение со взломом. Ты со мной? Ой, извините, я думала, это вы. А это И. Это, видимо, какие-то лучшие друзья переписывались, не иначе. А, это лифт. Ой. Тихо. А только сюда можно было? А, да. Это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альма-матер всех прорывных изобретений предприятия 3826. Да, спасибо, а теперь правду. Биологии. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От выведения новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челомее? Освоение космоса — это не только техника, товарищ майор. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? После того, как люди добрались до Красной планеты. То есть тут выводят животных для Марса? В том числе. Помимо выведения... Авторизация. Ой, извините. Майор Петри Нечаев. Доступ разрешен. Подождите, надо... Ты не будешь больше говорить. Раз. Блин, прости, я тебя перебила. Сохранение данных. Сама ненавижу, когда меня перебивают, блин. Доступ разрешен. Прости, брат. Прости, я не хотела. Ну, естественно, у меня до хрена вот этого нету. Естественно. Так, во-первых, я точно должна себе вместо вот этой вот электрической штуки сделать полимер, потому что там эти уроды ходят, ублюдки вот эти вот. Уроды в жопе ноги, вот эти вот люди. Где-то у меня была большая аптечка. А может, и не было никого. Что мне казалось, что я Я прям стопудово находила.
Спасибо. Большое спасибо. Так, короче, во-первых, я предлагаю реально разобрать несколько маленьких аптечек и сделать большую. Да и водку разобрать, это же тоже типа как маленькая аптечка же считается. Чё мы фигнёй занимаемся? У нас этого говна полна кадушка. Сделаем себе нормального размера аптечки. Чё мы как в детском саду-то? Вот. Создание. Расходники. Аптечка. Ну. Нормально сделаем. Вот. Ну, вот. 4. Да? Очень хорошо. Уберите это. Спасибо. Вот. Вот. Другое совершенно дело. Вы посмотрите сразу, как фишка-то заиграла. Вот. Далее. Вот надо как-то так вот. Вот. Лучше уже, а еще лучше будет вот так. Так. А, на дробаш вообще... А, есть чуть-чуть. А тут, по-моему, больше и нету на дробаш. У меня ничего... Ничего нету. Что еще можно... Что бы такого сделать плохого? Я вот все хожу и мучаюсь. Я еще, кстати, осознала такую вещь. Доступ разрешен. Что мы совершенно не заходим с вами. И вот... А, нет, мы что-то делали. Поцелуй Элеоноры делали. Это что такое? Клеточное деление. Применение медицинских препаратов позволяет вам регенерироваться в течение нескольких секунд. А так у нас что происходит? Паркур! Вы обучены группироваться при падении с высоты, избегая урона. Блин, кстати, нормальная тема. Улучшение медицинского блока. Встроенный в костюм медицинский блок эффективнее регенерирует ваше здоровье. А так нельзя было нормальный блок сделать, чтобы он сразу меня нормально лечил, а? Способность к сопротивлению элементальному урону. Вот мне вот это надо. Рюкзак. А для этого надо прокачать вот это, да? Вот. Если я все правильно понимаю, сейчас мы еще с полимер... А, полимерный бросок у нас. Все вкачано. А, не все. Вот это не вкачано. Нейрополимерная перчатка получает модификацию, ускоряющую время генерации полимерной струи. Ну, это хорошо. Мастерство левой руки. Окей. Так, еще меня вот интересует чего-нибудь. Паркур — это хорошо. Вот вы знаете, вот паркур — это прям хорошо. Аватар, способность... А, это я уже читала. Скользкий тип. Во время применения способности рывок вы застрахованы от любого урона. А, так у меня это есть, и это не работает, ни хрена. Уже сколько ни уворачивайся, все равно триндюлей получаешь. О, есть еще больше рюкзак. Ладно, давайте пока с этим. Давайте пока с этим походим. Короче, вот это сейчас возьмем. А чё, а почему вот это не... А, потому что мне теперь не хватает ни на что. Шок. Шокер. Это вот... Ага, тут мне уже тоже ни на что не хватает. Полимерный щит еще существует. Повышенная эффективность. Ага, это вот это я тут не понимаю, вот эти слова. Но давайте уже просто... Сделаем это, да и все. Правильно я понимаю, что если я сейчас зайду в складоразбор, у меня там будет больше... Ребята, с этого таки надо было начинать. А чего мы не поставились-то? Поставились, пожалуйста. Вот какую-нибудь кассету хочу, горячую хочу кассету, холодную хочу кассету. Кстати, я еще хотела вот эту фигню... Дайте мне такое. Это... Спасибо.
Только мне надо выберите обратно. Желаемое действие. Так, складоразбор. А чё? Блин, почему нельзя вот так? Колесиком этим сидеть, прикалываться. А, сразу сюда положи. Спасибо. Можно сгандобить себе патронов для дробаша, чтобы нам вообще было хорошо. Вы хотите, чтобы нам вообще было хорошо? Я хочу. Уже давно, на самом деле. Но как-то вот... Ага. Один можем только сделать. Ну, давайте сделаем один. Доступ разрешен. Так, тогда у нас получается еще есть... В смысле? Это все, что им сделал? 4 патрона ты мне сделал? Типа их было тут 14, стало 18. Это я называю подставой, если честно. Короче, натыкаем себе сейчас вот этого вот. И, ой, господи, я надеюсь, будет нам счастье. Потому что сил моих больше нет. Сейчас мы все перезарядим еще. Это не надо перезаряжать. Это тоже уже не надо. Пойдем пока с этой фиговиной. Сохранились, да? Очень хорошо. Это... А чё сразу бежим-то? Ой! А человечка-то разнесло совсем, представляете? Я что-то не думала, что это на них так работает. Ну, вот так работает. Мама. Подождите, нет. Слушайте, я... А! Ты что, дурак, что ли? Ой, как здорово. Я забыла себе поставить этот. Так, я забыла еще как хилиться. Ой, блин, подождите. Нет, серьезно, как хилиться? Я забыла. Что? А еще чего хотите? Да серьезно, как хилиться-то, ё? Так, на эту приседаю. Ой, это какая-то парковка, что ли, была? Типа фиддиперсовая. Нет, подождите. Так дела не пойдут. Вообще, просто прям из головы вылетело. Как хилиться-то реально? Потому что нечего было ломать игру. У меня уже вообще все... Перемешалось, блин. В Хогвартсе по одному, тут по-другому. Геймплей. Управление, наверное, да, вот. А где? Настройки управления? Да. Так. Меню, кассету, ускорение, взаимодействие, инвентарь, сканирование, использовать расходник. Следующий расходник, предыдущий расходник. Вот так спасибо. На X, что ли? Да, на X, точно. Спасибо. Все, пойдем. Ой, ничего себе. Это вообще что за прикол? А, этот еще не восстановился. Ой. Что за вонь от тебя? Ну такая вонь от него. Я надеюсь, вы не бесконечные. Вообще, я думаю, что бесконечные. А, есть у меня такое подозрение, что они бесконечные, потому что там дохренища маток было. Просто тьма. Я так думаю, что пока мы с матками не расправимся... А подождите вообще. Я забыла себе поставить вот эту фигню. Я еще такая подумала, надо сейчас будет вместо вот этой поставить себе полимерный бросок. Угу, поставила. Вот он. Этот коварный тип.
гражданской наружности. Ой, блин. Подождите, а они, по-моему, огня боятся, да? Давайте мы еще кассету долбанем им. У меня же есть. Или холод? Нет, наверное, все-таки. Все-таки огонь, я думаю. А, все уже. А, блин, еще этот урод. Гори, собака! А почему на них не действует этот полимерный бросок? Чё за говнище? Да, там куча маток. Тихо, ты зачем в свой же огонь вступил? Так, тут что происходит? Мне хоть куда надо. Спокуха! Это еще какого. По какому праву вот это? Вообще, блин. Дают. Мне надо куда-то вниз. А может там был какой-то проход? Или мне надо вызвать лифт? Что я не совсем понял. Что мне надо сделать? Нет, наверное, не надо. Я что-то на этом лифте, наверное, и приехала. Чё я? А музыка что-то не заканчивается. А, вон они. Ну они так и будут. Да отстань! Ну ты чё? Ну я ж вас прошу, по-нормальному. Мне надо бежать! Тихо! Ты упал? А, нет, ты не упал. Да идите вы лесом. Ой-ой-ой. Не надо! Да действительно! Я не понимаю, куда мне надо. Ну, вон туда, наверное. О, тут можно что-то собрать. Это, конечно, очень полезно. Очень здорово. Да, блин, ну потому что... Нахрена все эти анимации такие долгие? Вот кто-нибудь мне может объяснить? Хилки, открывание любых там каких-то писем. Все происходит... Нифига это было колесо! Блин, я на перину. Я излилась на перину. Вместо того, чтобы куда надо это сделать. Подождите, вот это вот все очень полезно, потому что мы это все потратили как раз. Отстань. Ну я тебе серьезно говорю, оставь мне пока. Куда-то они меня ведут все вниз. Если честно, мне так кажется. Да. Ой. Отстань. Нет, вот это вообще мне не нравится, если честно. У меня так и патроны скоро кончатся вообще-то. Мне больше нравится, конечно, когда вас разрывает, но у меня так быстро все тратится. Так, спокойно. А где у меня вообще эта капсула, которая... Они же у меня с собой. Вот. Ой! Тише. Ой, надо же... Точно! Вот они все гниды. Вот по кому надо бить-то.
А я как это... Ой, а чё вы не умираете? Ну и рожа у тебя, Шарапов. Так, хорошо, допустим. Где еще эти уродские матки? Везде, мне кажется. Все, сдохло. Где еще есть? Отстань. Тебя никто не звал сюда. Так, где еще? Я вот все время про это забываю. Отстань. Так, вот это можно взять. О, здравствуйте. А тут проход был удобный все это время. Так. Вон они все равно чешут. Ну, в целом, уже как бы не так много, уже можно и... что-нибудь им такое, фе какой-нибудь сказать. А, ты как перепрыгнул-то? Вот именно! Ой, блин! Вы чё гоните? Да я здесь, ну все, мы здесь погибнем. Подождите. Нет, не так. Типа, уровень спокойствия Нечаев. Так. Вот так, наверное. О! Там какие-то уроды за спиной. Ты такой, так, что тут за головоломка? Сейчас все сделаю. Ну тебя вообще никто не просил. А дверь можно закрыть? Отстань! Нет, вот это ты не прав сейчас. И вы тоже не правы. Я так считаю. Мне надо не туда, но тут тоже есть как бы проход. Интересное кино, да? Надо ли нам сюда? Я просто вот, я так уже лажала миллиард раз, что нас метка куда-то вела. Ты, я надеюсь, не восстанешь против меня. Что нас метка куда-то вела, я шла не туда, а потом нам закрывали нахрен туда проход. И говорили, идите, пожалуйста, лесом, товарищ Нечаев, там вам самое место. А, вот там еще, блин, в тени просто вообще было не видно. И музыка закончила что-нибудь. Это вот где мы были. Мед, пиво пили. Че еще? А, вот еще. Вот. Что-то хорошее пособирали. Ну, хоть какие-то плюсы. Хоть чего-то. Не надо на меня шипеть. Ага, так ты вон... Ты, значит, тоже вон с ними, блин, вон с этими. Не надо, не надо. Ты, а чё ты до них не доедешь? Вон там клиенты твои стоят. Сделай им прикольно. Нет, ну это я сейчас точно получу по щам. Вы что, издеваетесь? Выходим. Я на это все не подписываюсь. Выберите желаемое. Я думаю, что мы много полимера собрали. Как вы думаете? 151. Хотелось бы побольше, конечно. Так, амбал. Последовательная модернизация костюма укрепляет ваше здоровье, повышая его максимальное значение. Ну это, блин, разве можно выбрать что-то другое в этой ситуации? Я считаю, нет. Доступ разрешен. Но тут, конечно, очень вряд ли какая-то ситуация изменилась, да? О, можно, кстати, что? Уменьшает отдачу. Что-то я не припомню, чтобы нас беспокоила отдача. Увеличивает скорость прицеливания. Кассетник.
Элементальный урон. Пусть увеличивает. Что, я зря эти кассеты собираю, хожу. Так, а это что? Скорее, установка кассетника. Я их, так сказать, горячую замену кассетника я еще ни разу не проводила, так что не думаю, что нам следует на это тратить наши ресурсы. Итак. Нет, ну вы уйдите. Скажите, товарищ майор, с вашей точки зрения, как профессионала, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Думаю, запросто. Если роботов полно на всевозможных военных базах, в штабах и пусковых шахтах, и никто не ждет от них нападения, то роботы застигнут американских военных врасплох, как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятие 3826. Крайне печально. Мир только оправился от войны и вновь массовый жертв. Блин, я упала. Ну, не так уж и печально, если подумать. Что вы хотите этим сказать, товарищ мой? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий конечно, гибнут мирные жители. Вам все. Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, ну ты же робот, должен понимать. Я робот? Что ж, ну в какой-то мере вы правы. Робот-перчатка. А что, нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только насильству. А как же туда попасть? Но речь не об этом. Мирные роботы, которые войдут в боевой режим, получат ну, этот приказ коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же ну, люди, как рабочий же зачем? Класс, колхозники, ученые. Тебе что, учить твою надо? Мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы прав. Слушай, ты задолбал, серьезно. Короче, никаких хороших новостей не будет от Храза. Это все как-то печально и как-то прозрачно. Ну, то есть как-то все пока очень однозначно. И не то, чтобы я в этих ваших интернетах видела какие-то новости из разряда «Господи, как всех поразила концовка Atomic Heart». Может, я, конечно, не там смотрю. Я вообще, кстати, стараюсь не смотреть. Как раз-таки для того, чтобы не напороться на какие-нибудь спойлеры и всякое такое. Поэтому даже не знаю. Ой, учить! Ну, вот чтобы вот эти маленькие чудрики такому большому майору наносили такой урон, это неслыханно! Да вот, ну, отстань. Ой, ё-о-о, как же вас много. Ой, это чё такое? Какой паштет? Зачем ты схватил паштет? Объяснись. Господи, как же вас много. Ёперный театр. А, это тут сейчас опять будет с этими платформами. Надо будет сейчас крутить. Ой, блин, отстань. Я причем даже не знаю, кто меня больше бесит. Вот эти большие или те... Действительно. Блин, у меня патроны на дробаш закончились. Действительно. Ну, пожалуй, 100. Фу. Что, я опять застряла как будто где-то? Блин, ну на дробаш уже нету ничего. Это здорово. Отстань. Где матки-то здесь, у меня вопрос? Я ни одной не вижу. А ублюдков этих дохрена и больше. Я не вижу вообще. Я тебе сейчас швырну, себе швырну.
здесь! Блин, прям тают патроны, просто тают. Все, закончили 3-4. Какие-то они все здесь надо. Рафика! Ну Рафика! Ну зачем это? За что это было сделано? Несправедливо. Откуда звук этот хлюпающий? То есть где-то все-таки есть маска, я не пойму. Как будто бы она где-то не в этом помещении, что ли. Но вроде они перестали пребывать, кстати. Не знаю. В чем, собственно, дело? А там эти все летают мелкие, что ли? Так, что надо сделать? Я что-то повернула. Что-то случилось. Видите, какая определенность у нас тут с вами. Я что-то повернула, и что-то случилось. Исчерпывающе достаточно. Ну и надо нам, соответственно, теперь куда-то, правильно. Не понимаю. Может быть... Ага! Подождите! А мне туда можно? Ого! И я теперь... Не понимаю, что дальше делать. Я типа должна была где-то... Я где-то теперь могу всплыть или что? Не понимаю, но здесь же негде всплыть. Хотя вообще-то там, по-моему, была какая-то дырка в полу. Подождите. Не понимаю. Ну вот тут же дырка в полу. Почему я не могу в нее вынырнуть? А, вот, могу. Ну, просто это так заметно было, что прям вообще... А почему я в приседе была? Хороший вопрос. Ой, там лежат мертвые женщины. Не хочу опять с мертвыми людьми разговаривать. Сколько можно уже? Я уже... Это что, их так полимер захватывал? Что-то у меня такое чувство, что YouTube мне опять скажет. Опять скажет. Скажет, что же ты... Блин, плющ. Ну не надо. Ну не надо. Так, я с вами не разговариваю. Я буду вот с этими разговаривать. Сначала. Где еще-то? Как будто больше нету. А, нет, это... Блин, сейчас что, плющ выскочит? Он тут еще и не один. Да блин! Ну, зашибись. Они меня... Ну, пипец, а где мы сохранены? Хрен знает где. Просто в угол загнали, вообще ничего не сделаешь. Ой. А, тут сохранили. Слушайте, какая забота. Но там просто этот какой-то замок. Я так полагаю, что так быстро мы не расправимся с ним. Потому что вот этот уже про нас прознал. А если все-таки получится? Да нет, наверное, вряд ли. Я так думаю. Где еще матки-то у вас здесь? Явно же больше. Блин.
опять просто бугл. Ни полимерный щит от них не помогает. Ни черта. Может, все-таки мы успеем просто к этому замку, и пошло оно все лесом. Может, мы вообще так... Чё ты там ногами своими задеваешь? Нет, они нас запятили. Но там по-любому вот этот вот, над которым думать. А, там печенька. Етить твою налево. Почему на них не действуют вот эти все полимеры, хреномеры? Для чего я все это качаю? Просто есть такой вопрос. Если это ни от чего не помогает. Какой паштет? Короче, надо каким-то образом не давать им загнать себя в угол. А почему какие-то разлетались, а какие-то не разлетаются? Блин, кстати, что-то я была вот на складоразборе, чё я себе аптечку не взяла? Что ж вас так калашматит, а? Так, тихо. Во-первых, икс, во-вторых... А чё, не использовалась эта фигня? А почему ж она не использовалась? Вроде и помещение-то круглое. А как им получается постоянно меня в угол загнать, непонятно. Так, тихо. Ой, блин. Ну все. Ты зачем залез-то на стену? Блин, не чай, слезай, ты чё? Мы же уже поняли, что нам это не помогает обычно. Ой, блин, прям под ноги. Тварыны какие. А что вот это перекрик, вот это зачем? Только не говорите, что вы открываете капсулу с плющами. Я вас тогда сама вскрою всех, понятно? Ну все, пипец, как бы и... Да! О, бежим! Да блин, бежим, говорю! Плющ! А вы как думали, ребята, в сказку попали? Ой... А? Я думала, у меня их вообще уже нету. А у меня, видимо, только мелкие остались. Кто плюща выпустил? Ты? Действительно. А я не помню, чем мы боролись-то против плюща. И я что-то, собственно, его не вижу. Тут просто их два еще, к тому же. Чё, дебильно. Капец, паркур они тут вытворяют. Блин, а еще знаете что? Я реально забыла, как мы в прошлый раз плюща одолели. Вообще не помню. Я помню что-то типа... А вы мне тут, по-моему, не покажете, да? Что у него там за слабые эти?
Блин, и естественно назад я не могу вернуться. Или я могу вернуться? А наверное, хрен. Я теперь просто мимо плюща, видимо, не пройду. Откуда вообще пришла? Женщины лежали там. Это все, что я помню об этом месте. Откуда я пришла? Там лежали женщины. Вот еще плющ. А почему его ХП показывается, а он не показывается? Но если честно, я не против. Вот отсюда я пришла. И вот тут плющ. А если я возьму? Просто пройду назад. А, там же нырять. А, все, фига, понял. Понял, не дурак, был бы дурак, не понял. А то просто у меня аптечек нет, знаете ли. Такая ситуация, конечно, да. Может быть, не надо. Может быть, как-то полюбовно решим этот моментик. Нет, ну они явно по мою душу торчат здесь. И песчаные эти не нравятся мне. Да и серия заканчивается, в общем-то. Печеньку. А почему у нас так отбросило? Я сейчас не понял. Вот сохраниться бы сейчас. Ну, в общем, если я все правильно понимаю... Сейчас нас ждет просто трэш месилово с плющами. И, как я, скорее всего, правильно догадываюсь, после вот этого месилова нас не сохранили. Потому что это достаточно типично, знаете ли. А мы и почитаем тогда напоследок. Данные удалены, вот и почитали. А что? Все хорошо, очень информативно, знаете ли. Все, жри печеньку и пойдем, тут плохо, уходим. Там стопудово не лучше, но и здесь, знаете ли, оставаться я не намерена вообще. Быстро сохраняйте меня, вы что себе позволяете-то вообще? Быстро. Пожалуйста. Ну я же вас... Прошу. О! Все. Все, ребятки. Все. Сохранение данных. Фух. Слушайте, это было потненько в конце. Но, в принципе, нормально. А с плющом это какой-то глюк. Потому что оно вот и сейчас как бы до сих пор здесь. Либо он, падла, стоит вот здесь за дверью и ждет меня. Проверяем. Нет. Все прекрасно. Вообще, достаточно прикольная серия получилась, как мне кажется. Много-то что-то порубились, побегали, узнали какую-то... Вот мы вообще в каком-то странном комплексе. Что делал этот полимер с людьми, вообще непонятно. А что, если вот эти А, наверное, так и есть. Может, плющи, это же совсем вот эти люди, которые, ну, совсем не выдержали, да, полимера вот этого. А мы над ними глумимся, нехорошо получается. В общем, как всегда, пишите в комментариях, как вам эта серия и как вам игра. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И всех уже люблю, товарищи. Пока-пока.